Смотрите, как с Поклонской интересно. Она оговорилась в одном из интервью недавно, я не знаю, в курсе вы или нет, Суворову приписала слова грибоедовского персонажа, и на нее накинулись просто ну все. При том, что мы там знаем, что Владимир Владимирович Познер может приписать высказывание одного российского классика совершенно другому. Профессиональный историк Николай Сванидзе иногда говорит, ну, удивительные просто вещи. То есть проявляет свою некомпетентность. А здесь на нее накинуть. И достается ли вам, скажите? Ну, достается, потому что депутат. Так. Потому что если кто-то какой-то сказал, человек, ну, ошибся и все. А здесь выгодно зацепиться. Потом Поклонскую хвалили долго в Крыму. Как бы немножко уже раскученная фигура. Вот. В принципе, здесь в чистом виде, конечно, придирки. Потому что ведь надо учитывать, что она 25 лет жила в другой системе координат, где не изучается история России, русская литература. Мы изучаем все это, и такие ошибки естественны. Я один раз долго думал, кто же автор Анны Карениной. Я думал, не Толстой, а кто-то другой, мне казалось. Потом меня поправили, что это Толстой, Лев Николаевич. Мы же не можем все помнить в голове. Вот. Грибоедов, например, я хорошо это знал. Слова Чацкого, что служить бы рад, прислуживать тошно. Вот. Потому что это школьная пьеса, я ее изучал. И в последнее время я все время навязываю Михалкову Никите Сергеевичу создать вот трехсюжетный фильм. Вот «Ревизор», «Горе от ума» и «Мертвые души». Актуализировать. Сегодня все это актуально. Опять все так же. Резюмируя то, что любит Жириновский, можно сказать, что Жириновский любит русскую классику Никиты Сергеевича Михалкова и своего избирателя? Ну, в принципе, конечно. Михалков один из самых таких известных сегодня как режиссер, и как автор, и сценарий, и артист, общественный деятель. Его слушаешь много лет, и впечатление о нем положительное. Но главное, чтобы все наши политики были за Россию. Как, собственно, Владимир Вольфович Жириновский. Да, да. Это самое главное. Когда у нас все получится. Это как бы единственная ограничительная линия. Как по территории. Дальше пограничных столбов не ходите и не сдвигайте их. Вот все любые реформы, но пограничные столбы не трогать. И страна твоя, твоя родина, это святое. И, пожалуйста, езди по всему миру, живи, работай где хочешь. Но нельзя уехать в другую страну, проливать грязью свою. Спасибо вам за беседу. Пожалуйста.